Собираюсь покататься по городу на велосипеде и показать вам, как обстоят дела в Копенгагене с коронавирусом. Погода выдалась на славу, люди чилят прямо на балконах. Неаккуратно. В городе действительно очень мало людей. Чувствуется, что люди соблюдают карантин. Автобусы пустые. Крестьяне тоже закрыли. Продают прямо вот там, вот на входе. Я в шоке. Полиция кружит повсюду. Пока полиция занята, крестьяне вот такие вот орудуют прямо на улицах. Это прямо на централке пиздит велик. Значит, это очередь, и нельзя стоять ближе, чем 2 метра. Поэтому очередь заканчивается прямо на улице. Хоть как-то заманить клиентов. 70%, кто не зайдет. Вот выглядят сейчас магазины, торговые центры абсолютно пустые. Можно помыть руки. Там спокойно. Никакой вирусом не страшен. Кассы самообслуживания. Вот теперь работают за вот такими вот. Транспортное сообщение работает как в праздничные выходные дни по сокращенке. Я проезжал мимо метро и решил спуститься вниз, чтобы показать, насколько здесь пусто. Наверное, я уже туда не успею забежать. В тот поезд не успею забежать, а в этот спокойно. Просто пустота. И такая же пустота на улицах. Да, автобусов много, я согласен. Просто так совпало, что они все разом сюда подъехали. Но они почти пусты. Ну, то есть в это время они все полные. А сейчас там сидят пару человек. Ну вот, например, едет мой автобус. Давайте посмотрим, сколько в нем будет людей. Ну, вы успели сосчитать? Один водитель. Водители пластиком не закрывали, но нарисовали линию, за которую заходить нельзя. К водителю нельзя. Значит, платить тоже не надо. Ну, точнее, должен позаботиться об этом заранее. Первый двухнедельный карантин продлили на месяц. То есть продлили еще на 2 недели. В общей сложности он продлится до 13 апреля. Значит, позакрывали все детские площадки, спортивные комплексы, спортзалы, кафе только на вынос. Только доставочка. Значит, закрыли бассейны, закрыли сауны. Поскольку в городе закрыли все фитнес-центры, можно встретить. Народ занимается прямо на улице. И здесь такая табличка. Не собирайтесь больше, чем 10 человек. Ну сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, чуть больше. Ну что, видео практически готово. Мы с котом редактировали его около 4 часов. И сколько еще, чтобы снять? Попрошу ваши лайки и комментарии. Пока.